Здравствуйте, мои друзья! Мы с вами в Синее. Этот город до 2007 года назывался Семипалатинск и был областным городом. А сейчас он входит в состав Восточно-Казахстанской области, где областной город Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорск тоже, я считаю, своим городом. Я в нем училась в далекие молодые годы. Кого-то встречаю. Кого-то встречаете? Кого встречаете? Да, с нами ехали. Летели четверо, не знаю. Понятно. Они впереди нас сидели. Все уже вышли, не до сих пор. Алматы қаласының ережен түрі зол салқын жүресті елетті түркен жүрттердің қоржықтың түрдерін жоласуды. Рейстің сұқан әйлі қоқтасын өмінді. Важарым қазы Thank you.
Почему здесь автобусы не ходят? Не знаю. Ходят только утром, 7 часов. Привозят, которые здесь работают, люди. И потом вечером увозят с работы. Получается 6 часов вечером. А пассажиров? Пассажиров не знаю. Или мало рейсов здесь? Да, мало рейсов же. Из-за этого. 7 километров от аэропорта. Семипалатинская крепость основалась в 1718 году указом Петра I для защиты восточных земель от набегов. Это была изначально пограничная военно-опорная база. Со временем крепость стала расти, развиваться и стала важным торговым пунктом между Россией, Средней Азией и Западным Китаем. И в связи с этим тут учредили таможенную службу. Стали развивать город, строить мосты, открыли уездные училища, женские, церковно-приходские, казачьи, татарские школы. И уже в 1910 году в городе уже был телеграф, телефон и первый в Казахстане водопровод. Многие уже забыли, а некоторые не знали, что именно здесь, на Семипалатинском ядерном полигоне, в 1949 году была произведена первое испытание ядерного оружия – бомба мощностью в 22 килотонны. До 1989 года здесь провелось 456 ядерных испытаний. Окончательно полигон закрыли в 1991 году. Так что в советское время Семипалатинск играл огромную роль в оборонной промышленности. Был указ правительства Казахстана о помощи людям, пострадавшим от ядерных испытаний. Я и моя семья также получили удостоверение о том, что мы проживали в те годы на зараженной территории. Но никто из моих родных, близких никаких льгот, компенсаций не получил. Хотя у меня есть справки о набранных БЭРах. Да. И вообще, Семипалатинский ядерный полигон – это единственный в мире из многочисленного количества полигонов, где живет население,
где используются сельхозугодья, и в 10 километрах от полигона разрабатывается угольный разрез, продукция которого идет в Россию, Казахстан, Киргизию. Быть там какие-то есть нюансы в разговоре. Они чисто разговаривают на казахском, лучше, чем нас. А русские, наверное, не знают. Русские вообще не знают. Вот мы когда между слов употребляем слова, да. Просто или там, просто там, там, они не понимают даже эти слова. Там просто что такое. А в их школах есть русский язык? Да, есть. Начали преподавать? Да. А английский язык уже в школах преподают? Да. С первого класса? Кажется, со второго, по-моему. Со второго? Нет, с первого, по-моему. Ну, прям вот физику ведут на английском языке, да? Да, да? Да, да, да. Ну, им пособия дают, да, какие-то? Да, что-то такое. Дома бесплатные или как? Или они сами строят? Это бесплатно. Все бесплатно? Наши государства. У них больше льгот, чем у вас? По-любому, да. А почему они оттуда уехали? Не знаю, сейчас же. А интернет увидите вообще? Сейчас же их же вообще там кислород перекрыли. Почему? Тем более там уйгуров, казахов вообще. Вообще страшно смотреть. Ну, Китай ладно, а Монголия? Там земли много, ну, там земли народу много, мало. Просто, видите, народу мало еще, там работы вообще не нужно. А, работы нету? Да. Они, получается, живут в степи чисто. А кем они здесь работают тогда? Я не знаю. Там, наверное, они же табуны пасли, а здесь? Да. Надо учить специальности какие-то, да? Да, их обучают и сразу, а работу устраивают. Детей у них много. Да, вообще. Большие семьи, да? Да, большие семьи. По 7, по 8 детей. По 8? Да. А у казахов в среднем сколько? Двое, трое? 4. Максимум. А, 4? Максимум 4. Но это редко. Да, это редко. Но в основном двое. А у вас сколько? Двое детей. Двое. Максимум. Мальчики, хорошо. А вы сами из семьи? Да. Всегда здесь жили, родились? Да, да? Родился. Я, кстати, в Аягузе родился. А, в Аягузе? Здесь, да. А где в Аягузе? В самом Аягузе. А на какой улице? Ой, я не знаю. Не забыли? Я просто родился там. А, и потом сюда вас привезли. Да. Понятно. Значит, в гости ехали. Это мой родной город, Аягус. Ну, я так-то знаю Аягус. Мы жили около площади. Театральный проезд называлась улица. Сейчас переименовали все. А сейчас как называется? Не знаю. Я знаю старые названия. Все, иди сюда. А, дед сидит вон, мой дед сидит. Это в гараже? В гараже. Караулит меня. Ну, давайте, все. Стол, какая? Да. Встреча. Вот. Бабушка, наверное, ночь не спала, готовилась. Нет, перцы у меня уже были наготовлены. Ну, все, за приезд. Пиво, да. Водку. Давайте.